На площади Тахрир в Египте снова произошли стычки демонстрантов с полицией. В ночь на среду в центр Каира вышли сотни человек, выступающих против армии. Поводом для акции стала вторая годовщина протестов против временного военного правительства на той же площади Тахрир после свержения президента Хосни Мубарака. Тогда в ходе ноябрьских стычек сил безопасности с протестующими погибло более 40 человек. В этот раз насилие вспыхнуло сначала между демонстрантами и группой сторонников главнокомандующего египетской армии Абделя Фатаха аль-Сиси. Чтобы остановить беспорядки, полиция начала разгон протестующих при помощи слезоточивого газа и мелкой дроби. В ответ в нее полетели камни. Стоит отметить, что среди собравшихся на площади сторонников братьев-мусульман не было. В основном это были активисты, выступающие как против правления военных, так и против исламистов. Однако братья-мусульмане также призвали всех, кто их поддерживает, выйти на протесты. Напомним, Египет продолжает оставаться в ситуации политического кризиса. Он возник после того, как военные отстранили от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси и назначили временное правительство. После этого протесты начали сотрясать страну с новой силой.